Девочки, добрый день. Я не удержалась. Вот я прошлась, вот я шатко отправляла информацию. Вот я смотрю, вот это я на своей даче нахожусь. Никак не отойду от телефона. Просто мне вот мысль пришла такая. Вот понимаете, что даже цветы наши, они тоже двигаются к ихним своим целям. У каждого из нас, будь то оно животное, растение, каждый идет к своей цели. У каждого есть своя цель. Вот у меня красоточка. Правда, одна вылезла, но вот тут вот выползает. Что-то я тут, наверное, заглубила навозом в прошлом году, поэтому. Но они двигаются, они растут, стараются нас обрадовать своим цветением, своим бурлящим потоком. Как они потом мне зацветут, я вам потом покажу. Вот у меня тут цветочная поляна. Лилейники мои, просто супер. Мне очень нравится. Вот я хожу, разговариваю с цветами, с вами, перекидываю от лилии. Ой, не лилии, а ландыши мои уже зацвели. Вот аквилегии набирают. Так что все в целях, все в движении, все растут. И мы должны двигаться. Так что вот вам и мотивация с утра. Себя не буду показывать, потому что я, ну, не совсем красивая. Все, всего доброго. Давайте, девочки, стараемся, двигаемся, работаем. Простите, я вас с утра прям пинок дала, можно сказать, но по-другому я не могу, потому что я вижу результат. И вот цветочки тоже мне вот эти нравятся. То ли синенькие, то ли синева. Поэтому давайте я вас обязательно приглашу в свою обитель, можно сказать. Дай бог Ване здоровья, он у меня просто молодец, конечно. Вот он мне какой дом отгрохал. Ну, тут надо доделать еще, поэтому все у нас получится. Я тут одна расслабляюсь на даче, пока Ваня в городе. Так что, девочки, давайте, пожалуйста. Просто ваши цели и движения, и все получится. Вот это черемша, кто подскажет? Вот теперь я узнаю, кто мне что подскажет. Вот это, по-моему, черемша. Может, кто видит? Подскажите мне, пожалуйста. А это вот у нас, я всегда говорю, у нас